Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами сделаем милую курочку. Для этого нам потребуется цветная бумага оранжевого, коричневого, желтого, красного цвета, ножницы, клей, клей-карандаш, можно клей титан, им хорошо картон клеить, прищепочки для того, чтобы поддержать склеенные предметы. Итак, приступаем. Возьмем бумагу оранжевого цвета. Пластиковую тарелку. Положим пластиковую тарелку вот так, чтобы бумага заходила наполовину тарелки. И обведем. Вот этот полукруг надо вырезать. Точно так же возьмем бумагу коричневого цвета. Возьмем стаканчик из-под йогурта, большой такой стаканчик, и тоже обведем. Сейчас я обведу фломастером, и вам будет лучше видно. Нет, давайте я вот так поверну, с этой стороны обведем, вот, к свету вам будет лучше видно. Так обведем. Вот, видите, получился полукруг. Его тоже вырежем. Вот я вырезала эти два полукруга. Надрежем бахромой немножечко один полукруг и второй. У самого большого полукруга отрежем небольшую часть, его будет легче заворачивать. Это у нас туловище курочки. Возьмем за два конца и вот так вот согнем, вот так, и смажем клеем. Я вот смазываю клеем титан, он очень хорошо клеит. Постараемся, чтобы вот эта дырочка была поменьше, но сейчас нам это не очень важно, потому что мы закроем другим полукругом. И прищепочки нам пока помогут. Откладываем этот конус в сторону. Берем маленький полукруг, также смазываем клеем. И также склеиваем. Чуть-чуть подержим с вами. Здесь, наверное, уже склеилось. Можно снять прищепочку. Склеиваем. Вот не склеилось. Сейчас еще раз сделаем. Ничего страшного, это рабочий момент. Другую возьмем прищепочку. Помним, да, вот эта вот дырочка должна быть, вот эта дырочка должна быть не очень большая. Вот у нас лежат наши два конуса склеенные. Теперь возьмем эту оранжевую бумагу, из которой мы делали туловище, примерно 5 на 6 сантиметров. Сложим два раза и нарисуем хвостик. Вот так, раз, два. И вырежем этот хвостик. Я рисую черным фломастером, а вы рисуете простым карандашом. Я фломастером для того, чтобы вам лучше было видно. Уберем обрезочки. Вот он, хвостик курочки. Примерно вот из квадратиков такого размера сделаем крылышки. Два маленьких. И два больших. Сейчас я большие при вас сделаю. На глаз делаем, ведь у кого какие получится, правда? Если побольше
крылышки, у кого-то квадратик побольше, значит будут большие крылышки. Если поменьше, значит будут маленькие крылышки. Вот так вот. Вот так делаем. То есть поменьше оранжевый, побольше коричневый. Можно и наоборот. И вырезаем. Вот я здесь решила еще побольше сделать. Очень хорошо еще можно склеивать с помощью двухстороннего скотча. Вырезали, крылышки готовы. Вот примерно такой кусочек 5 на 5 красной бумаги складываем в два раза и рисуем лапки курочки. Тремя такими треугольниками. Вот, раз, два, три треугольничка. Примерно вот такую полосочку бумаги тоже сделали. Вот такую. Квадратик, наверное, 5 на 5. Ребят, у кого меньше, у кого больше, значит, у каждого своя курочка получится. Просто гребешок будет поменьше и побольше. И рисуем вот здесь сгиб, а мы делаем вот, чтобы сгиб вот здесь чуть-чуть держал эти две половинки. И вырезаем тоже. Сейчас я, когда вырежу, я вам покажу, что получится. Вот видите, сгиб держит вот эти две половинки, держит. Вырезаем вот два таких маленьких-маленьких глазика, чуть больше перчика горошек. И рисуем кружочки, зрачки кругленькие, черненькие. Посмотрите, я сейчас положу на другой цвет, чтобы было видно. У круглого кружочка глазика есть вот такой клапан. Этим клапаном мы будем прикреплять к головке курочки. Берем примерно такую полосочку бумаги и рисуем клювик. Так. И вырезаем его. Вот здесь надо чуть-чуть надрезать и отогнуть. Вот так он будет прикрепляться. И с ваш ноготок, ребята, бородку для курочки. Примерно с ваш ноготок делаем. Не торопитесь, у всех все получится. Бахрому вот так отогнем. Это как будто перышки у курочки. На головке у курочки тоже отогнем бахрому. И наша задача вот так приклеить. Для этого вот сюда нальем клея. У кого титан, как у меня, у кого ПВА. И вот так насадим. Теперь возьмем наш гребешок. Смажем его клеем. У меня, наверное, петушиный гребешок большой получился, но мне нравятся такие гребешки. И вот так оденем на курочку. Вот, видно, ребят? Вот так одели на курочку. Сейчас он тоже немножко должен склеиться.
Так, теперь берем наши крылышки. И на большие крылышки накладываем маленькие крылышки. Вот так. У меня вот есть такой двухсторонний скотч. Я им приклею. Это для того, чтобы крылышки немножко отставали друг от друга. Чтобы больше было похоже. Вот видите, они немножко отстают друг от друга. Но это не обязательно. Вы можете делать, как сами захотите. Вот так. Носик курочки я буду клеить клеем-карандаш, потому что бумажка тоненькая. Вот я вам показываю, да, как уже похоже на нашу курочку, на настоящую. Это я приклеиваю скотч, а вы можете смазать клеем, у кого нет скотча. Одно крылышко. Глазик потерялся, нашелся. И второе крылышко. И вот так. Под головку курочки приклеиваем одно крылышко и другое крылышко. Теперь нам надо приклеить хвостик курочки. Можно вот так загнуть его. Я тоже приклею на скотч. А вы как захотите приклеите. И вот сюда, где шовчик сзади, приклеиваем хвостик курочки, да? Вот уже почти готовая курочка. Теперь вот эти вот клапаны я смазываю клеем. Можно и клеем-карандаш. Можно и ПВА, и клеем-титан, и по бокам. Ой, глазик. И по бокам клювика. По бокам клювика. Сейчас посмотрим, может быть, вот так лучше. Нет, вот так лучше. По бокам клювика приклеиваю. Ребят, можно клапаны не делать, вот эти вот полосочки, а приклеить просто белые кружочки. Так. Теперь бородку нам надо приклеить под носик. Под клювик. С одной стороны бородку. И с другой стороны бородку, да? Вот так у нас получается. Глазки мы потом прижмем, когда они получше приклеются. Нам осталось приклеить наши лапки внизу, и курочка готова. Лапки я тоже кончики смазываю этим клеем. Сейчас я другую лучше сторону смажу, а то там немножко виден был фломастер. Раз лапка и два лапка. Ребята, можно на курочка готова. У нас можно сделать вот такие вот рябушки, чтобы была рябая курочка. Вот такие вот перышки. По всему туловищу, по крылышкам. И я еще захотела вырезать. Мне кажется, это будет наряднее. Вот такой фартучек.
Я вырезала из голубой бумаги и раскрасила. Вы можете нарисовать его, а можно его совсем не обязательно делать. Просто мне захотелось вам показать, как можно украсить курочку. Вот так. Вот фарточек. Вот я сейчас покажу курочку вам со всех сторон. Даже вот, надеюсь, вам видно курочку. Желаю вам успеха, ребята.